привет, ребята, с вами Кристина, и сегодня у нас такое будет видео, что находится в моих шкатулках. Всего в моем доме именно моих 10 шкатулок. И сегодня я вам покажу их снаружи. Ну а если это видео наберет 5 лайков, то я, естественно, сниму, что находится у них внутри. Поехали! Первая моя шкатулочка – это вот такая вот маленькая карета. Внутри этой шкатулочки находится вот такой вот кубик. Вот такой вот шарик блестящий. И еще один шарик, который звенит. И вот такая вот коробочка от блесточек для ногтей была. И вот такое вот маленькое яблочко. Вот эта коробочка пустая, а вот эта коробочка полная с блестками. Вторая моя шкатулочка, это вот такая вот звездочка. Я не знаю, может она морская, а может и нет. И в ней же что-то находится, вам должно быть интересно, поэтому давай беги, ставь лайк, чтобы поскорее узнать, что находится в моих шкатулочках. Третья моя шкатулочка вот такая. С ней связана очень большая история. Ей лет 100 уже, а может и 200. Получается, эта шкатулочка мне досталась от прапрабабушки. У меня есть бабушка по папиной линии, и ее мама делала эту шкатулочку. Вот видите, какие тут цветочки красивые. И в ней тоже очень много чего находится. Там много таких маленьких отдельчиков. И давай, Виги, ставь лайк. Она такая вот мягкая, красивая, приятная. Четвертая моя шкатулочка, это вот такая вот принцесса. По идее, это не шкатулка, а копилка. И в ней очень много интересных вещей находится. Пятая моя шкатулочка, это вот такая вот книга. Шкатулочка прям так и называется, книга. Как видите, тут всякие сказки, 100 страниц, но на самом деле тут нет страниц. И в ней тоже много чего интересного. И тут даже написан вот такой вот стишок. Почему легкий воздушный яблочный пирог зовут шарлоткой? Успевай читать и узнавай, почему шарлоткой его называют. Следующая моя шкатулочка идет вот такая вот черненькая. Это уже шестая. Как видите, она очень красивая. Такого красивого цвета. Такая вот черно-зелененькая. С такими вот яркими, красивыми цветочками, которые проливаются на цвету. И в ней тоже много чего удивительного. Смотрите, какая. И досталась она мне от печенья. Вот такая вот у меня шестая шкатулочка. И в ней была посылка от почты. Тут написано даже, что это Почта России. Тут Почта России. И это сказка «У лукоморья дуб зеленый». В нем тоже находятся очень интересные вещи. Вот. Вот она вот такая вот с замочком. И сзади вот такое вот королевство. Восьмая наша шкатулочка идет. Это вот такое вот маленькое сердечко. В нем тоже находится кое-что, но оно очень легкое, то что вы просто не услышите это. Давайте посмотреть, что там. А вы догадались, что это? Если догадались, то пиши в комментариях. Очень красивое сердечко, которое сделано было своими руками. Вау, а ведь у меня она не одна. Эта шкатулочка точно такая же сердечко, и оно чуть больше, это только среднее. В принципе, показывать его нечего, все одинаково, но вот внутри различные вещи. Бинго! А ведь у меня есть еще и третья шкатулочка такого же типа, которая сделана так же, только самая большая. И в ней самые интересные вещи. Вот такая вот.
красивой шкатулочке сердечко. И на этом видео подошло к концу. Если вы хотите узнать, что в этих шкатулочках, то набираем 5 лайков, а может даже и 4. Я вас все равно отблагодарю. Всем пока-пока!